Доброе утро. Сегодня 16 июня. Опять пасмурно, прохладно. Вот. Ну, это типичный Норильск. Вот. Вчера получили результаты по сдаче экзамена выпускного старшего сына. В принципе, результат, конечно, хотелось бы лучше, но получилось как получилось, без лишних нервотрепок. Я думаю, что получим третий результат по физике и будем подавать документы на поступление в технический университет. Надеюсь, у моих подписчиков тоже эта пора существует. Все как родители переживают за своих детей, за их будущее поступление. Насколько я знаю, теперь будут учиться 5 лет и с получением диплома не магистра, а специалиста. Это, я думаю, что это хороший факт. Вот. Ну, будущее, так сказать, становление личности уже будет в его руках. Совсем стал взрослым. У нас по-прежнему идет активная стройка. Работаем в разных направлениях. Конечно, погода. Желательно, чтобы было немножко теплее, но не хватает. Вчера вот приезжали специалисты по испытаниям электродвигателей и делали подготовку к подключению высокого напряжения для насоса. А началась политическая подготовка во всех, так сказать, населенных пунктах. Выборы. Слежу за выборами одного из самых молодых губернаторов России, Коновалов, в Хакасии. Ну, вот. Интересный у него как бы поворот событий и его личностный. Он у нас один из самых молодых и, с одной стороны, кажется, оппозиционных губернаторов, но его политическая принадлежность к партии КПРФ на самом деле в его хозяйственной деятельности, наверное, никак не отражается. Единственное, что постоянно идет борьба за власть между партией власти и КПРФ. Хотя, мне кажется, многие даже не знают, многие даже не читали устав партии, как нужно придерживаться устава партии, чем. Потому что быть настоящим членом партии, это, наверное, было в прошлом. И партийные принадлежности в свое время учили в партшколах именно для представителей коммунистической партии. Но не той, которая сейчас, а той, которая была тогда. Вот. А молодежи, наверное, вообще никто толком не рассказывает, не показывает, не объясняет. Потому что у нас по многим параметрам современной молодежь и общество очень, на самом деле, политически безграмотно, финансово безграмотно, политически безграмотно. И, может быть, кажется, что мы активные, такие вот, очень много жизненной энергии выделяем на то или иное мероприятие. А на самом деле применяем свои знания, опыт предыдущих лет или опыт тех, кто лучше это делал, мы применяем на 0,1%. Слышали, но не делаем. Наш отклик по поводу озера пока не набрал нужных оборотов, но, надеюсь, все-таки услышат. Поэтому, чем можем, поможем. Всем хорошего дня. Сегодня пятница. Неделя пролетела достаточно быстро. Насколько эффективно, не ясно, но достаточно быстро пролетело.
всем хорошего дня. Вот, сейчас иду по улице. Смотрите, на второй камере видно вот эту вот туманность. Это вот идет ветер сюда, с медного завода. Дышать невозможно. Прям чувствуется запах серы. Серы каких-то химии. Газовое, так сказать, облако. Над Норильском. Это как бы не очень хорошо. Плохо. Листочки начинают пробиваться. Дышать прям тяжело. Поэтому то, что мы делаем, серная программа, позволит уменьшить выбросы на много процентов. И это очень важно. Поэтому важный экологический проект, важный технологический проект. И даст возможность получать вторичное сырье, то есть получение из дыма, получать серу, кислоту, гипс. Пока так. Вот дым, видите? Сейчас увижу, увидим. Вроде пасмурно, но смог неприятно. Сюда ехать с детьми и жить в этих условиях. Ну, вон видно, дым идет сюда. Видите? Весь дым завода идет сюда. Ветер поменял направление. Смотрите, как это выглядит, газовое облако. Когда дым с медного завода полностью идет на город.